Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на канале Луди Свет. Сегодня серия о ужинах. Часто ужины бывают очень тематические, с каким-то направлением, с какой-то конкретной кухни. И ужин, конечно, часто бывают такие блюда дорогостоящие, красивые, вкусные. Вот посмотрим, что сегодня из горячих блюд. Всегда турецкая кухня. Вот эти котлеты из мир называются. Посмотрите, какие яркие, красивые. Куриный рулет, что-то такое с рисом. И еще тут в капусте по типу голубцов. Ну, это я так говорю. Фаршированные перцы и фасоль в томате. Ну, сегодня тоже день кухни, посвященный Турции. Мы вот были, когда только приехали, тоже такой же был турецкий вечер. Но сейчас какой-то сегодня прям вот вообще... Ага, Анатолия. Ну, что это такое? Связано с Анатолией. Видите, специи, какие-то дары турецкие. Инсталляция такая сделана в ресторане. Булгур с помидорами. Соус имеет Турция. Тушеные кабачки с грибами. Котлеты с яйцом и луком, овощи, рис. Здесь бестроганов из говядины, картофельное пюре, кафе де Пари, соусы куриные. Ну, что-то такое непонятное. Тушеная капуста цветная. Ну, вот я сегодня такая кухня, видно, национальная, с пряностями. Поэтому я, как обычно, картофельное пюре. У нас здесь вот красная рыба. Ну, то есть сыры. Какие-то мясо, рыба красная. Видите, какие-то соусы специальные. Часто даже не знаешь, честно говоря, что это такое. Вот, смотрите, какая красная рыба. Чудесная, правда? Так, показываю вам. Вот анчоусы, капуста брюссельская. Ну, другие овощи. Сейчас посмотрим. Ну, как правило, нарезка вся всегда, ну, салатная нарезка, можно сказать, одна и та же, немножко миксуется. Вот сегодня красивый вот такой салат с капустой, с кукурузой, прям замечательный. То есть можно подобрать любые ингредиенты и еще к тому же заказать соус. Ну, тот, который использует. Это оливковое масло, бальзамический уксус, ну, какой-то сметанный соус. Вот такие наполнители. Фрукты все те же самые. Вот что заметила, инжир подают только ужин. Днем инжира нет. Все остальные фрукты, можно сказать, есть в любое время дня. И на ужин всегда вот эти конкретные похвалы, можно так это назвать, турецкие такие сладости. Днем немножко другое. А вот сейчас эта похвала только вечером. Посмотрим, что из горячих блюд сегодня. Здесь тоже всегда немножечко традиционная турецкая кухня с разным таким вкусовым наполнителем. Белая фасоль в томатном соусе. Булгур с помидорами. Фрикадельки с овощами. Обжаренная говядина. Зеленая фасоль. Обратите внимание, насколько яркие блюда. Прямо замечательно выглядят. Хлеб и булочки. Так, поджарка из говядины. Кстати говоря, заметила, что говядина и ягненок очень всегда вкусно. Так, что еще? Запеченный в духовке тунец. Вот кто любит тунец, я, например, нет. Ну, посмотрите, так аппетитно выглядит, но кушать я его не буду. Пикантный картофель. Ну, можно сказать, по-деревенски, который у нас называется. Пюре картофельное. И еще мне очень нравится здесь турецкая картошка. Так, бифштекс из баранины, прям с косточкой. Аппетитно так выглядит. Курица на гриле. Вот, видите, там прям готовят. Стейк. Так, сейчас повернемся. Стейк из форели. Вот такой стейк из форели. Картофель фри. Жареный называется. Курица лаваш. Угу. Так. Картофельные крокеты, ну и макарончики. Вот такие спиральки, спагетти,
Ну, два соуса, да? Болоньезе и неаполитанский. Можно самим придумать какую-то комбинацию. Ну, здесь каждый вечер курица-гриль на вертеле, да? Ну, и посмотрим, что здесь. Здесь еще макароны есть. И вот эта курочка, которая на гриле, жаркое из курицы. И соус деми-глассе. А, соус деми-глассе. И это у нас шпинат. Кстати говоря, я заметила, что шпинат, вообще иностранцы, ну, берут на гарнир очень-очень много. Честно говорю, попробовала, мне не понравилось. Ну, в общем, как сказал Борисович, трава травой. Это кебаб из баранины сейчас. Вот такой рис. Ну, какой-то, видите, написано. Белая вареная курица, слоеный пирог. Вот, забыла, как это называется. Окра они называют. Ну, еще какое-то там название у этого овоща. И баклажаны с фаршем. Сегодня украшением служат, посмотрите, какие бокалы. Вот так украшены разные какими-то специями. Вот шафран. Ага. Здрасте. Кунжут и шафран. И посмотрите, какая красота. Вот это придумка. Кунжут черный, белый. Ну, что-то еще, какие-то пряности, специи. Интересно. Сегодня, дорогие друзья, вечером, в общем, сырный вечер. Посмотрите, какая головка сыра пармезан. Это дорогого стоит, честно говоря. Сыры твердые. Вот еще красному вину подаются с виноградом. Вот. И еще вот там черный сыр. Ленд. Не знаю, что это за сыр, но пармезан вкусный. Это точно. Вот. Вот сегодня так. День итальянской кухни сегодня. Вот почему сыры. И дальше другие блюда. Еще один пармезан. Спасибо. И другие блюда есть сегодня итальянской кухни. И вот здесь, видите, инсталляция. Сейчас покажу, почему. В общем, вот. День итальянской кухни. Макароны навешаны. Ну, не макароны, это макароны по-нашему. Я неправильно сказала. Но это какая-то паста, спагетти, соусы итальянские, видите? Сегодня, дорогие друзья, день китайской кухни, я так понимаю. Потому что сегодня суши. Вон такая вкусняшка. Сейчас попросим суши с соусами. Да, тут рыбные суши еще. А это китайская кухня. Ну, сегодня мидии на ужин. Вот я честно вам скажу, не люблю морепродукты и никогда их не ем. Ну, а тот, кто любит свежие мидии, посмотрите, какая красота. Дорогие друзья, в день мексиканской кухни я взяла острую курицу. И острые мексиканские бобы. Что хочу сказать, конечно, вкусно, но в пот меня пробило всю. То есть это еда, что называется, от болезни, я так назвал. В общем, горит во рту все так. Я люблю все острое, но горит во рту все так, что это вообще, это что-то с чем-то. То есть если мы не привыкли, губы горят. Все горит. Я даже не знаю, чем запить и заесть эту еду. Ну вот тут еще так сразу готовят прямо. Пожалуйста, вот эту всю острятину, потому что много очень перца. Перчинье, халапеньо, все вот это они любят. Это просто невозможно. Невозможно остро. Вот видите, еще сколько кетчупа. И тоже острого. Все это приправляется на открытом огне. Вот такая еда сегодня у нас предстоит. Это вообще. Вот еще и остренького. Угу. Вот это самый острый соус. Это вообще огонь. Просто не блюдо, а огонь. Попробую буррито. Я попросила сделать мне не очень острое. Но не очень острого не бывает. Поэтому сейчас окончательно спотею. Сладости. Это отдельная тема в Турции. Турки очень любят сладкое. Я, например, тоже это очень люблю. Честно говорю, не все мне нравится. Но красиво просто глядеть глазами. Красиво настолько, что просто необыкновенно. Всякие суфле,
Они подаются и в обед, и на ужин. Утром обычно это булочки, а вот в обед и на ужин это различные тортики и восточные сладости всевозможные. Сейчас много инжира. Вот смотрите, торты с инжирами. Клубника. Кстати, очень вкусная. Вот. Сегодня день какого-то шоколада прямо. Смотрите, какой шоколад красивый. С фисташками, с орехами, черный шоколад и шоколадный фонтан. Как красиво. Вот такой вот сегодня день сладкого. Пока только сладкое вам снимаю. Вот. Сегодня день турецкой кухни, поэтому такой фонтан. Сделайте, пожалуйста. Сейчас мне сделают такую вкусняшку. Посмотрите. Угу. Спасибо. Буду пробовать. Вечер. Опять сладкий стол. Давайте посмотрим на сегодняшнее оформление сладкого стола. Потому что кое-что новенькое. Я просто всегда обращаю внимание. Посмотрите, какие красивые в моем любимом цвете. Красота неописуемая. Тортики тоже другие есть. И пирожные другие. Вчера их не было, и позавчера тоже. Здесь есть и повторяющиеся элементы, и есть совершенно новые. Посмотрите, какой шедевральный торт. Шоколадный. Ну, внутри там не знаю. Корзиночки многие повторяются, но украшены сегодня по-разному. Уже сегодня физалис в украшениях есть, шоколадки. То есть вот такое сегодня исполнение, немножко другое. Так, дорогие друзья, сегодня сладкий стол немножко другой, чем в отличие... Ну, в общем, каждый день меняется. Конечно, есть пирожные или тортики одно и то же, есть совершенно разные. Сегодня украшением служит физалис, красная смородина. Посмотрите, где они ее находят, не знаю. Такое ощущение, что она не замороженная, потому что ягода вот такая прям натуральная, покрыта такой глазурью, ну, так же, как и клубника. Клубника просто великолепие вкусноты. Посмотрите, очень много сейчас в тортах идет инжира. Вот этот какой красивый сегодня торт украшен, какой розовый, да, розовый сливочный. Не знаю, там что внутри, он еще не разрезан. Вот эти пироженки были, вот везде, видите, инжир. Очень много шоколада. Это вот такие взбитые кремы, кремообразные. Вот, наверное, этот тортик с клубникой очень вкусный. А там желе с красной смородиной и белые... Такая мастика с бантиком, тоже очень красивый. Но что хочу сказать, прошлые годы в Турции было намного больше еще сладкий стол. Состоял из многих больших тортов и пирожных. Сейчас здесь чуть-чуть поменьше всего этого. Но в принципе, вот, даже это не все не попробовать. И даже это все, естественно, не скушать. Потому что это, ну, это красота необыкновенная. Вот здесь еще. Я... Спасибо большое. Пожалуйста. Да, спасибо. Пока-пока. Вот такой тортик захотел, да? Ну, даже не я захотела, честно вам скажу. Такой тортик с удовольствием Борисович попробует. Ну, я думаю, только вверх. Ну, и сладкий стол. День пятый, наверное. Посмотрите, сегодня какие торты. Посмотрим. Ну, пироженки те же самые. Ну, вот такой сегодня зеленый торт. Красивый что-то такое. По типу большого чак-чака. Весь в шоколаде плавает. Еще мне понравились сегодня вот такие украшалочки. Вот так выглядит. Вот этот белоснежный торт. Ну и рядом какой-то шоколадный с безе. Вот, сейчас посмотрим. О, тут еще сегодня. О, какой красавец, правда? Жалко резать. Такой красивый. Ну а здесь, вот видите, залит все шоколадом. Вот такой вот орешки, посыпки разные. А я, наверное, вот такую шоколадную башенку хочу в этом. Так что сегодня вот такой сладкий стол. Видите, все разное. Каждый день есть одинаковые вещи, но очень много разного и в оформлении, и в составлении пирожных. Тоже такого не было пирожного.
Вот посмотрите, какая это красота. Ну, съесть, честно говоря, невозможно. Я только любуюсь на эти шедевры, впитываю эти краски. Это все мне так интересно. Ну, там эклеры шоколадные лежат. Ну, съесть, конечно, даже попробовать это нереально. Сегодня сладкий стол, ужин. И опять некоторые шедевры в виде тортика вот такого. Посмотрите, какая красота. Опять новые всякие украшалочки применены. И вот такой торт сегодня. Турция написано. Что-то еще такое по-турецки, я не знаю. Что-то вот, не знаю, какая-то тоже такая турецкая сладость. Не знаю, что это такое. Поэтому не могу даже сказать. И вот здесь турецкие сладости представлены в виде разных. Лукум, похвала, ну что-то такое шоколадное. А вот эти вот штучки турецкие всегда очень вкусные. Сейчас обойду еще. Здесь маленькие пироженки. Вот. Ой, сегодня сколько много всякой всячины. Вот, наверное, это вкусно. Это инжир и сверху орех грецкий. Наверное, очень вкусно. Какие-то еще вот такие штучки. Видите, сколько? Много. Красота. Последний ужин сегодня и последний сладкий стол. Смотрим. Завтра мы уже улетаем. И вечернего ужина у нас не будет сегодня. Сиренево-фиолетовый торт. Красивый, блестит какой-то, такой нереальный. Что еще сегодня? Вот там новые рулетики. Они такие тоже красивые. Так, а здесь бананы. Бананы в тесте как-то сделаны, да? Вот еще такое из новинок. И блины, да, блины с бананами. Вот такой сегодня сладкий стол. Ну, естественно, пирожные многие те же, многие новые. Клубника, инжир все так же в украшалках. Вот, смотрите сами.